Амич угрожает расправа директору гимназии, в которой якобы учится. Видеообращение опубликовано в паблике «Злой школьник» ВКонтакте. И набрало уже более 170 тысяч просмотров. По словам молодого человека, он 4 часа работал над проектом, чтобы получить допуск к выпускным экзаменам. Работу оценили на 50 баллов из 45 необходимых, однако руководство учебного заведения к экзаменам парня все же не допустило. Разобраться с обидчиками он обещает сурово. Автор размахивает ножом в кадре и даже не пытается скрыть своего лица. В тот же день на его личной странице стали появляться отзывы от сверстников из других городов, причем под фотографией, на которой обиженный запечатлен с ружьем. Эти пи***ты придираются к каждой мелочи. Пи***ты тупые, вы чё, совсем обнаглели, пи***ть? Ни стыда, пи***ть, ни совести, пи***ть. Я приду в школу и всех, пи***ть, перережу, пи***ть. Всех этих, пи***ть, членов жюри, а в первую очередь зарежу, пи***ть, директрису, пи***ть. Полиция уже организовала проверку. Подростку может грозить уголовное наказание. Мы будем следить за развитием ситуации.